так строго и гордо стоять. Здесь голова стоя на алтаря, заветные тайны до срока хранят. Здесь голова стоя на алтаря, заветные тайны до срока хранят. Нежное, снежное, небо безбрежное, сказка волшебная, композиторы, певицы, поэта, очень интересного творческого человека Людмилы Семеновой, с которой мы познакомились несколько лет назад, давно-давно говорили о совместной работе, и вот, наконец, первый раз я спела песню «Русь» на стихи и на музыку Людмилы Семеновой. Спасибо большое за эту чудесную песню, правда? А я не
нет всем Богом, администрации, всем родителям, которые водят сюда заниматься детей своих в наших прекрасных коллективах дворца. И, конечно, всем зрителям в зале. А люди из России немножечко красивей. Понимаете, жить красивей. Мы люди из России. Будет все хорошо, будем петь и кружить.
Берегите себя на него. Сегодня все аплодисменты для нас. Поэтому всем сегодня, вам и всем нам в этот светлый праздник Верного Воскресенья. Дорогие друзья, разрешите сегодня поздравить девочку, у которой сегодня день рождения. И вообще у нас хоры, конечно, побольше в количественном составе. И хор 1688 школы, и пионерия. Но видите, какая погода. Родителям было лень, может быть, кому-то привезти детей. Вот это начинает ответственность. Хорошо, я знаю, что я его рассчитываю не так. Миром правит любовь, мир спасет красота. Верю в мудрость души, верю в силу добра. Добрый день, представьте, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Любовь Сергеевна Гордина, и представляю я, с одной стороны, Ноосферную духовно-экологическую ассамблею мира, это всемирная организация из выдающихся людей планеты. Ну, например, если взять Россию, то в нашу организацию входит Елена Образцова, Федор Конюхов, Василев Касаткин, Петровский, ну и так далее. Балетаев, дирижер симфонического оркестра «Баян». С другой стороны, я представляю Дом ученых, вокально-оперную студию Дома ученых, которую руководит как раз Елена Васильевна Образцова. Вообще об этой студии буквально несколько слов. Выдающиеся артисты, выдающиеся певцы России возглавляли всегда эту студию, начиная с Лемешева, Сергея Лемешева, потом, значит, был Павел Лисициан, потом был Иван Иванович Петров, а сейчас Елена Васильевна Образцова. Она дает у нас мастер-классы, и мы с удовольствием внимаем ей, слушаем ее. И я бы еще хотела поздравить в преддверии такого замечательного праздника, как 60-летие, поздравить всех телезрителей с таким выдающимся событием. Оба мои родители фронтовики, и мама, которая дошла от Волгограда, от Сталинграда до Берлина, звали ее Катюша Попова. Она всегда в перерывах между боями развлекала своих ребят, своих сослуживцев. Она всегда любила очень петь, и по всей вероятности
юности, мне это вот как-то передалось по наследству. И когда сейчас вот целая серия концертов только что прозвучал с симфоническим оркестром Министерства обороны, концерт в Дубне был с этим же оркестром симфоническим в Доме ученых, значит, это был репертуар военные песни, и также с симфоническим оркестром Дома ученых тоже прозвучали песни военных лет. 5 числа мы всех вот приглашаем в Дом ученых, будет повторение этого концерта на большой сцене, и мне приятно пригласить телезрителей в наш большой зал в Доме ученых. Еще один вопрос, ваше впечатление сегодняшнего концерта? Мои впечатления, вы знаете, я даже не ожидала такого успеха, потому что зал, я смотрела на лица этих юных граждан, юных россиян, они сияли, я видела, как встречали, абсолютно искренне, то есть это не потому, что взрослые ведь иногда как, если много, скажем, там титулов, то тогда, значит, аплодисментов больше, а вот дети, они же вот все, что думают, то и делают в жизни, и потом, когда я видела, какая реакция была на Валентину Толкунову у этих замечательных детей, когда я видела реакцию, когда приветствовали они Людмилу Семенову, просто раздавался такой, ну просто овация в зале, и мне кажется, это абсолютно адекватная реакция, и я считаю, что концерт прошел очень успешно, с чем я и поздравляю, конечно же, в первую очередь Людмилу Семенову. Валентина Васильевна, прежде всего хотелось бы, чтобы вы пожелали нашим ветеранам какие-то пожелания. Ветеранам я всегда могу желать только здоровья, потому что они так много отдали стране, людям, и всей своей жизнью расплатились за этот подвиг, который мы называем 60-летие Победы. Для нас он выражен в трех строчках, а на самом деле ветераны – это те люди, которые являются совестью нашей эпохи, совестью нашей страны. И мне хотелось пожелать им доброго здравия и всегдашнего мира в душе, а самое главное, чтобы их любили, уважали, ценили и помнили. Зина Васильевна, ваше впечатление о сегодняшнем концерте? Вы знаете, таких концертов не хватает, это лишь капелька добра, красоты, любви, которая сегодня неслась со сцены. И все это был так называемый вечер доброжелательной, красивой музыки, слов, песни, в которой участвовал и взаимодействовал и весь зал, и сцена, и дети, которые танцевали и хорошо пели. И, конечно же, объединяющее начало — Людмила Семенова, композитор, который и поэт, и исполнитель, который верит в красоту, любовь и добро. И думаю, что верит правильно, потому что этим самым выражается позиция и отношение к миру тьмы, который иногда наступает на нашу землю. Сегодня было очень много детишек, и для них это, в общем-то, очень важно. Они учатся, они смотрят на взрослых, на профессионалов. Что вы можете пожелать им, детишкам, которые здесь занимаются в Доме творчества? Я сама занималась в хоре Дунаевского и была таким же ребенком, как они, и с 10 лет пела в ансамбле Дунаевского Семена Осиповича в Центральном доме детей железнодорожников. Хочу сказать только одно, что люди, которые поют, танцуют, играют на инструментах, учатся всему прекрасному, никогда не станут бандитами, никогда не станут плохими людьми. Поэтому, если в этом дворце занимается 5000 детей, то они будут знать цену всему прекрасному. Поэтому я всем желаю счастья, добра и найти себя, и реализовать в этом мире свои возможности.